Żandarm Buda, każdy zwie, gdzie się uda. Po co siedzieć w cytadeli,
albo w jakiejś innej cenie. Pomagajcie nam, ludzkie, pomagajcie. I bańcu nadal nie pogranicie, a w Katiuszy kiedy jest taj bilet. I bańcu nadal nie pogranicie, a w Katiuszy kiedy jest taj bilet. Co wspomni pierwszy raz mój, unoś tu słyszy kaka na pajot. Ребята, вторая группа расскажет нам о Сталинградской битве. Слушаем. Мы расскажем вам о Сталинградской битве. Так, ну, период, это получается июль 1942, февраль 43-го. Битва имела место между роком 1942 и роком 1943. Место учится рядом с Сталинградом, между рейсами. Расследовал обстановку стратегически важного здания, вследствие которого этот дом назывался Дом Павлова. Люся Радына. В 12 лет она ходила на линию фронта 7 раз без ошибок в разведку. Получила медали за отвагу и за оборону Сталинграда. Рубин и Баррури. Участвовал в бою за мост у реки Зима под городом Борисово. Я называю имена, как вы услышите, разных национальностей. Богомолов. За оборону Сталинграда. Симонов. Повесть. Дни и ночи. Некрасов. Повесть. В окопах Сталинграда. Виктор. Артилерийский. Całkowicie zniszczone 8 elektrownych wodni. Uszkodzone 187 z 210 budynków, które zostały zarejestrowane w kraju jako zabytki architektury. Praktycznie zniszczone podmiejskie pałace i muzea, z wyjątkiem Oranienbaum. Из каждых 100 смертей в блокадном Ленинграде 63 приходилось на мужчин и только 37 смертей на женщин. Созданная по
После прорыва блокады железнодорожная дорога Победы имела также название «Коридор смерти». Для освобождения пережившего блокаду Ленинграда от полчищ крыс в город были приброшены 4 вагона пинчатых лошадей из Ярославля и 5 тысяч лошадей из Сибири.
Шивогам, Шивогам, Сачар Чар Парпурна. Шивогам, Шивогам, Нитянанда. Так, ты храбрый. Пресс храбрый. Шивогам. А тут есть отзнака копий. Korpus ochrany pagranicza. Mój ojciec też taki imię jest. No. Музиканта и потреба, и все спасибо.